В ноябре учащиеся 9 классов пройдут тренировочное тестирование. Оно состоится с целью отработки организационно-технологической схемы проведения итоговой государственной аттестации по программам основного общего образования. Тестирование будет максимально приближено к проведению экзамена в основной период. Распечатка КИМов пройдет у нас за 3 часа до проведения экзаменов. Тест по русскому языку состоит из 3 частей и включает в себя 15 заданий. На их выполнение отводится 3 часа 55 минут. Во время пробного экзамена можно будет пользоваться орфографическими словарями. Тренировочное тестирование по русскому языку состоится 8 ноября, по математике 11 ноября. Место проведения 7-я школа, начало в 10 часов.